Коля просел верхнюю поперечную. Я вас прошу, обратите внимание. Вот где мяч, там ваши глаза и ваши ноги. К первому приему вот так вот нельзя уже оказываться. То есть вот опорная здесь, линия проходит. Вот я глазами вот прямо в мяч втыкаюсь, и это линия паса, линия удара везде, с аутов, во всех наших ситуациях, где линию мы проигрываем. Ноги опорные ваши должны быть, вот линия проходит между двух ног. Вот это вы перекрыли. Если мяч на противоположном фланге, вы перекрываете через одного передачу. Мяч-игрок. Так, стоп! Олег, да проходит здесь поперечная. Выводи, Вань, через одного. Вы даже развернуться не успеете. Объяснила сейчас. Если будешь потом в этой ситуации привезешь, я уже имею право требовать с тебя, понял?